В России отмечают День государственного флага. Этот год стал юбилейным. 30 лет со дня признания государственного символа. И сегодня в Барнауле на набережной Аби прошло торжественное поднятие флага. Под звуки гимна и удары барабанов. Так началось народное празднование в честь главного символа страны. Повсюду мелькает цвета триколора, а над Обью теперь возвышается стяг. Сегодня очень важный праздник для России. Это день государственного флага. Это государственный флаг – это символ, история. Юбилейному дню флага придали особый размах. Масштабно и под музыку по городу проехала колонна из 15 автомобилей, пронося полотна по ветру. А вечерняя программа пройдет в парке Центральном. Там гостей ожидают тематические концерты, флешмоб-шествия и мастер-классы. Горожане праздники любят и флаг почитают. Но знают ли они значение триколора? А вы знали вообще, что 22 августа Нет. традиционно проводится этот праздник? Нет. Но, может быть, знаете, что означают вот цвета нашего флага? Белый, синий, красный? Какое их значение? Если честно, не помню. Давно вот. Это было. Красный может быть героизм, что-нибудь такое. А белый – справедливость, верность своей стране. Синий – доброта. Триколор символизирует государственное устройство в России. То есть верхняя полоска белая символизирует небо, что как бы Бог присматривает за всем дальнейшим устройством. Затем синяя – это свет государства. Ну, то есть, ну как бы синие мундиры у прокуратуры. Ну вообще синий цвет, он государственный цвет. Ну и красный цвет плоти. Ну, свобода, во-первых. Синий, не знаю, красный что-то... кровью связано. Синий вроде бы небо, красный это кровь. А белый это свобода, по-моему. Да, мне тоже кажется, свобода. Ну, вот. Молодцы. Ну, а может быть, знаете, кто его придумал, как флаг наш? Со школьной скамьи, может быть. Серьезно. Учебников по истории. Учебники по истории. Такого не говорили. Но скоро ситуация изменится. С сентября главному государственному символу будет уделяться особое внимание. Его станут поднимать каждый понедельник и в каждой школе. О нем будут рассказывать и на патриотических уроках. Возможно, тогда большинство запомнит, что российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Его законным отцом признан Петр I, и при его правлении красный цвет означал державность, синий цвет – Богоматери, под покровительством которой находилась Россия, а белый – цвет свободы и независимости. Однако в наше время официальное значение триколора нигде не закреплено, поэтому каждый выбирает сам, с чем ассоциировать цвета своей страны. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком.